Этере Тавероссо. Урамоти, мой маг. Мы очистили твой страх. Теперь ты готов стать вожаком. И мы можем принять тебя в члены Лиги Теней. Но сначала ты должен доказать свою приверженность справедливости. Привести его! Я не палач и не стану им. Сострадание — твоя слабость, которой лишены твои враги. Поэтому оно необходимо. Именно этим я и отличаюсь от них. Ты борешься с преступниками, этот человек-убийца. Тогда пусть его судят. Кто? Продажные бюрократы? Преступники смеются над законами общества. И тебе это известно лучше других. Ты не сможешь повести этих людей, если не будешь готов сделать что угодно ради победы над злом. И куда я должен повести этих людей? В Готэм. Ты любимый сын Готэма. И ты просто идеально подходишь для удара в самое сердце преступного мира. Как? Время Готэма давно истекло. Как Константинополь и Рим в далеком прошлом. Город превратился в рассадник несправедливости и беззакония. Он обречен на гибель, и спасти его не удастся. Это самая важная миссия Лиги Теней. Мы выполняем ее уже многие века. Готэм должен быть разрушен. Что это значит? Бред какой-то. Раз Аль-Гул вывел нас из темных лабиринтов наших сердец, и взамен он требует от нас мужества, чтобы совершить то, что необходимо. Я вернусь в Готэм и буду бороться с преступным миром, но я никогда ни за что не стану палачом. Брюс, пожалуйста, возьми себя в руки, у тебя нет пути назад. Делаешь то, что необходимо. Ugh!
Спасибо.